Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Манли Торкват Тит. Манли Торкват Тит – герой ранней римской истории, по преданию убивший гигантского галла и снявший с него ожерелье. Эта история, как и предыдущая, объясняет имя одной из генеалогических ветвей – Манлиев. На примере Манлия Торквата видно, что такое римский пиетет и римское чувство справедливости. Торкват добился помилования для своего отца и в то же время самолично приговорил собственного сына к смерти за неповиновение. Приговаривает своего сына к смерти за то, что он оставил свой пост в бою. В дальнейшем Торкват всегда упоминался при рассказах о первых героях Рима. Например, о нем упоминает тень отца Энеи в шестой книге «Энеиды». Известны Манли Торкваты, современники Катулла, которые всегда чествовали основателя своего рода свадебных гимнов. Вот так вкратце о Манли Торкват Тит, герой ранней римской истории, преданию убивший гигантского галла. Пока-пока, до свидания.